Уже сегодня вечером можно будет отправиться на Никитский бульвар. Там в 22 часа покажут фильм «Девчата». Вход свободный. Те, кто придет заранее, смогут занять скамейки и пуфы, остальные разместятся на ковриках. Их можно принести с собой или взять под залог в 100 рублей. Курить и пить спиртное на открытых кинопоказах запрещено, а зрителей до 17 лет приглашают в кино с родителями. Главное событие предстоящего уикенда пройдет в Муроме. День семьи, любви и верности страна отмечает 8 июля, но торжественные мероприятия будут проходить 4 числа. Праздник носит имена муромских святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и любви. В субботу на улицах города будут воссозданы события 13 века из жизнеописания святых. Представлены все виды ремесел того времени. Много будет и других развлечений, а кульминацией вечера станет концерт на набережной Оки с участием звезд российской эстрады и праздничный фейерверк. Любителям фольклора советуем отправиться на праздник русской гармонии «Частушки», который пройдет в воскресенье в парке «Дружба». Праздник начнется в 11 утра и продолжится до 6 вечера. На него съедутся артисты со всей области. Также посетителей ждет ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и мастер-классы по народной кукле, рисунку из пластилина, игре на народных музыкальных инструментах и много всего интересного. В воскресенье ценители древних традиций приглашают загородный парк на праздник «Иван Купала». Он стартует в 16:00 на живописном берегу озера Мелкое. Здесь можно будет водить хороводы, петь песни, гадать на венках и травах, проводить старинные обряды и игрища. Основными действующими лицами станут сами гости праздника. Тематические наряды приветствуются. Также в загородном парке в субботу и воскресенье будет проходить международная выставка собак. Гости смогут насладиться зрелищным шоу, главные роли в котором сыграют четвероногие любимцы самых разных пород. Выставка начинает свою работу с 10 утра.